Городской тур юного инспектора дорожного движения – финальный. В нем принимают участие победители районных состязаний. Всего 4 команды. Задача школьников – преодолеть несколько станций. Юные инспекторы решали тестовые задания на правила дорожного движения, показывали свои знания в области УБЖ, экзамен принимали сотрудники скорой помощи. Еще один вид соревнований, который предложили ребятам – это проехать на велосипеде на скорость по заранее проложенному маршруту, не задевая препятствий. То, как справляются ребята с заданием, проверяли члены мотоклуба «Сочи». Здесь выбирается победитель, который поедет представлять город Сочи на краевом этапе «Безопасное колесо» и 2015 в Краснодарском крае, а впоследствии, возможно, и в России. А главная победа для организаторов конкурса – это научить детей соблюдать правила дорожного движения. Сейчас в качестве пешеходов и в будущем, если кто-то из этих ребят сядет за руль.